Восстанавливать покрытие на Крупском мосту областной столицы пока, увы, никто не спешит. Напомним, что в конце мая автомобилисты заметили яму внушительных размеров. Асфальт провалился на правой стороне в направлении микрорайона Южный. Спустя время Тверская ресурсоснабжающая организация совместно с муниципальным предприятием установили ограждение, потом засыпали провал щебнем. Однако дальше дело не двинулось. Уже полтора месяца фактически одна полоса движения и часть тротуара находится в непригодном состоянии. Мы отправили запрос в две организации, которые проводили ранее выполненные работы, чтобы узнать, когда дорогу и пешеходную зону приведут в порядок.